Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Server. Приветствую, дорогие мои. Я Крайон из магнитной службы. There is no such thing as coincidence. Нету такой вещи, как совпадение. It's an aligned probability. Это возможность, вероятность. What you have just seen. То, что вы сейчас видели, is an aligned probability. Это выровненная вероятность. One that gives messages та, to human которая beings. Дает послание человеческому существу. All through that which is coincidental. Через то, что случайно. If you have too many coincidences, если у вас слишком много случайностей, it gets attention. То вы обращаете на это внимание. For mathematics does not allow any more than a few. Потому что математика, она не разрешает больше, чем немножко. Before it falls out of the norm. До того, как это уже не будет нормой. And they call it intelligent design. И это называется интеллектуальным дизайном. What if part of the intelligent design of the planet? А что если часть интеллектуального дизайна планеты? Was a shift in consciousness. Было переход в сознание. People caring about people. Люди, заботящиеся о людях. Those they've never met. Тех, которых они никогда не видели. And they start aligning with compassion. И они начинают выравниваться на это через сострадание. For those they've never met. Сострадание для тех, кого они никогда не видели. And when some of you saw the latest tsunami in Japan. И когда некоторые из вас видели вот этот недавний цунами в Японии. Did you find yourself aligning with them? Заметили ли вы, что вы настраиваетесь на них? You did. Заметили? And the compassion generated from that one event. И сострадание, которое было сделано после этого события. Puts a print upon the earth. Оставило отпечаток на землю. That changes the energy. Которое изменило энергию. Of what we call the crystalline grid. Того, что мы называем кристальной решеткой. If you take nothing else away today, и если вы сегодня не будете ничего отменять, take this. Запомните вот что. Humans are changing. Люди меняются. By design. Так было создано. Your design. Это ваш дизайн. A design long ago that said we're going to come to the planet. Дизайн, который был построен много лет назад и который сказал, что мы придем на планету. We're going to have children here. Будем иметь здесь детей. Children of new consciousness. Детей нового сознания. We're going to put together a scenario that no civilization has ever seen. И мы сделаем здесь такой сценарий, который ни одна цивилизация не видела ранее. We're going to plant seeds of peace. Мы посадим семена мира. Through compassion. Через сострадание. And we're going to see peace on earth. И мы увидим мир на земле. If not in our lifetime. Возможно, не в нашу жизнь. In the lifetime of our children and their children. Возможно, не в жизнь наших детей или их детей. It's real. Это все настоящее. It's something that is before you now. Это то, что перед вами прямо сейчас. Now, these things take a great deal of time. На эти вещи уходит очень большое количество времени. And my partner has indicated why. Мой партнер уже показал вам, почему. Generations often have to come and go. Как правило, поколения должны прийти и уйти. There'll be some reverses. И будут некоторые возвращения. Some negative things. Некоторые негативы. And human beings will say, "Ah, I knew it was too good to last." И человеческое существо скажет: "Ну вот, я так и знал, это было слишком хорошо, чтобы длиться долго." That's very, very old thinking. Это очень старое мышление. For you are on your way. Потому что вы to a peaceful planet. Сейчас идете по пути к мирной планете. There is a tower not too far away from here. Недалеко отсюда есть башня. Built by Kazakhstanis. Построена казахстанцами. And they've given a name. Они дали ей название. The Tower of Tolerance. На башне терпимости, терпения. And when you're up inside, the human being is
His breath is taken away. И когда человек заходит туда, у него просто захватывает дух. By the beauty of the flowers. От красоты цветов. The energy that aligned the buildings. От энергии, которая идет от вот этих вот выстроенных правильно зданий. In an ancient system called feng shui. Которые были построены по древней системе, называемой фэншуй. Who would do that? Кто бы сделал это? A time like this on earth. В это время на земле. Who would do that? Кто бы сделал это? I will tell you. А я скажу вам. All of that has gone in, and the resources and the time has gone into this. Все эти время и источники, необходимые для этого. It's a consciousness that says there is hope and there is promise. Это сознание, которое говорит, что существует надежда, существует обещание. It's all over this city. И это написано во всем этом городе. You've gotten used to it. Так что привыкайте к этому. You drive around, you just think there's a lot of traffic sometimes. Иногда вы ездите по городу и думаете, что здесь много большого движения. Но не упустите то, что происходит здесь на самом деле. Look at the trees that have been planted. Посмотрите на эти деревья, которые здесь посажены. They're all so small. Они все такие маленькие. What does that tell you? О чем это говорит вам? Someday there's going to be a beautiful forest. Что в один день здесь будет красивый лес. Trees will be huge. Деревья будут большими, огромными. Some of you remember when they were planted. И некоторые из вас будут помнить, когда они были посажены. It's expected beauty. Это ожидаемая красота. A controlled blossoming. Контролируемое цветение. Hope. Надежда. Tolerance. Терпение. Right time and the right place. Правильное время, в правильном месте. You are a divine creature. Вы божественное существо. And you always have been. И вы всегда таким были. And it's only recently that you have looked scientifically into the smallest parts of your body. И только недавно вы можете научным способом посмотреть в самые маленькие части вашего тела. Never have you been closer to discovering yourself. Не были вы еще более близкими по открытию себя. Biology has simply been the study of chemistry. В прошлом биология была всего лишь изучением химии. That which is defined as life is very static. И то, чему можно дать определение как жизнь, оно было очень неподвижно. But not anymore. Но это более не так. You are now on the verge of discovering truly. Вы сейчас на грани поистине великого открытия, что там. And we speak now of the DNA. И мы сейчас говорим о ДНК. There are those who complain, Crayon, you're always talking about biology. Есть те, кто жалуется, что Crayon все время говорит о биологии. Oh, no, I'm not. Нет, это не так. Oh, no. I'm talking about quantum benevolence. Я говорю о квантовой благожелательности. I'm talking about the core of God in you. Я говорю о сердцевине Бога в вас. If it is so. Если это так. That there is divinity inside the human being. Что существует божественность внутри человеческого существа. There has to be a process. То должен быть процесс. It's not magic. Он не волшебный. There must be something that you could discover that would point to it. Должно быть что-то, что вы можете открыть и указать на что. And your science is getting there. И ваша наука, она уже достигает этого. How can 90% of that which your DNA has be junk? Как 90% того, что у вас есть ДНК, может быть мусором? It isn't, and they know it isn't. Это не так, и они знают это. They now see it. Они видят это. If the DNA molecule, если молекула ДНК, is quantum, квантовая, then 100 trillion of them together, то сотни триллионов их вместе, are going to create a quantum field. Будут создавать квантовое поле. And it does. И так оно и есть. And this is how DNA communicates to itself. И это то, как ДНК общается с самим собой. Through a quantum field surrounding the human. Через квантовое поле, которое окружает человека. It is the only explanation. Это единственное объяснение. For science truly has no explanation on how DNA
communicates with itself. Потому что у науки у самой нет объяснения относительно того, как ДНК общается с самим собой. There has to be a system. Должна быть система. For 100 trillion pieces to work together as one. Триллиона частичек, чтобы они работали едино. And so there is a field around you. Итак, таким образом вокруг вас есть поле. And I will tell you what it is called. И я вам скажу, как оно называется. You see, Elisha named it for you. Знаете, Илья, он дал этому название. It is the human Merkaba. Это человеческая Меркаба. And it's enormous. И она невероятна. 8 meters wide. Огромна, 8 метров ширины. For every single human on the planet. Для каждого человека на планете. And if you walk around in a low energy, и если вы ходите в низкой энергии, it's totally and completely invisible. И она полностью невидима. And no one cares. И никому нет до этого дела. You can separate yourselves and conquer yourselves. Вы можете себя разделить, вы можете победить себя. You can create wars among yourselves. Вы можете создавать войну за войной вокруг себя. And it's still there. И она все еще там. It's the great undiscovered country. Это великая, нераскрытая страна. The country of the human. Страна человек. And the quantum field. И квантового поля. I am giving you advanced information. Я вам даю очень продвинутую информацию. Science will discover pieces and parts of it. Ученые смогут раскрыть частички и кусочки этого. But it's not science's job to find the divine inside. Это не работа науки находить божественность внутри. That's yours. Это ваше. It's esoteric. Это эзотерика. And to some unbelievable. И для некоторых это невероятно. Only you will know whether it is so. Только вы будете знать, так ли это. If you choose to look. Если вы сделаете выбор, искать. Examine. Could it be? Тестировать. Может ли это так быть? All of these things that I have said are so. Может ли быть, что все эти вещи, которые я сказал, что они так и есть? I worked with my partner writing his latest book. Я работал со своим партнером, писал его последнюю книгу. One that took the longest. Да, на которую у нас ушло больше всего времени. The 12 layers of DNA. 12 слоев ДНК. And I'm not going to give those 12 layers to you here. Я не буду передавать вам эти 12 слоев здесь. You can read all about it. Вы сможете их прочитать. I'm going to give you a summary of the things that might matter to you. Я хочу вам дать сумму тех вещей, которые важны для вас. It won't take that long. Но это не потребуется много времени. We're going to start with one of the most important. Мы начнем с самого важного. The one that you feel every day. С того, что вы чувствуете каждый день. Every single human being. Каждый человек. Has information in their DNA. Имеет информацию в своем ДНК. It's not linear. Которая не линейна. It's quantum. А квантово? It goes beyond time. Она идет за пределами времени. And it's information that is written into the 90% of the DNA molecule. И это информация, которая написана в 90% молекул ДНК. Information is identical from one piece to the other. И эта информация, она абсолютно одинакова от одной частички к другой. All 100 trillion pieces of DNA in you sing the same song. Вся сотня триллионов молекул ДНК поет одну и ту же песню. And they sing it through the Merkaba. И они поют ее через Меркабу. That beautiful lattice of energy. Через эту красивую решетку энергии. Which is invisible. Которая невидима. Those who are starting to feel things in this new energy. Те, кто начинают чувствовать вещи в этой новой энергии. Are starting to be aware of it. Начинают осознавать это. They can sense it in others. Они могут чувствовать это в других. Whether it's activated or not. Активирована она или нет. What does that mean? О чем это говорит? The activation of your quantum field. Активирование вашего квантового поля. Originally requires only one thing. Изначально требовало только лишь одной вещи. Belief that it is there. Веры, которая там. Belief that is so strong that you begin to use it. Вера такая сильная, что вы начинали пользоваться этим. And work with it. И работать с этим. And it becomes your benevolent quantum field.
И это стало вашим благожелательным квантовым you полем. Expect good things in your life. Вы ожидаете хорошие вещи у себя в жизни. You move from place to place, creating compassion and love. Вы переходите из одного места в другое, создавая сострадание и любовь. People know you've changed. Люди знают, что вы изменились. You no longer spin in drama. Вы больше не закручены в драме. No longer afraid to do this or that because God will be displeased. Вы не боитесь больше сделать это или это, потому что Бог вдруг расстроится или ему не понравится. You are part of God. Вы частичка Бога. And you breathe a sigh of relief. И вы делаете выдох. Why didn't I know this before? Облегчение. Но почему же я не знал этого раньше? And you go home. Вы пойдете домой. And you shut the door. Закройте дверь. And you think you're alone? И думаете, что вы один? And you know you're not. Вы знаете, что это не так? Maybe it's the first time in your life you know you're not. Возможно, это первый раз в жизни, когда вы знаете, что это не так. Burst out into song if you wish. Вы находитесь в песне. You're not alone. Вы не один. The biggest part of your DNA. Самая большая часть вашей ДНК. From your standpoint. С вашей точки зрения. Is the Akashic record. Это записи Акаши. Everything you've ever done. Все, что вы когда-либо сделали. Since the first time any life you had с первого дня. Came to earth. Каждая жизнь, которую вы провели здесь на Земле. Look at this, it's quantum. Посмотрите на это, оно квантово. It's a record of past lives, current lives. Это запись прошлых жизней, and even данной the жизни. Potential of future lives. И даже потенциальная возможность будущих жизней. It's in the DNA. Все это в ДНК. It actually helps to shape who you are. И она на самом деле помогает сделать то, кем вы являетесь. That which is called genealogy. То, что называется генеалогией. Would keep track of you and your ancestors. Которая следит за тем, за вами и за вашими предками. And would have an effect when you have children. И будет иметь эффект на то, когда вы будете иметь детей. For there are biological attributes, as you know, that carry through the lineage. Потому что они будут иметь этот биологический эффект, который будет передаваться по вашим поколениям. Ah, it's just in 3D. О, это так трехмерно. I'm talking about a quantum lineage. А я говорю о квантовой наследственности. Who did you used to be? Кем вы раньше были? How many lives have you had? Сколько жизней у вас было? You do understand, do you not, you have one soul. Вы понимаете, не правда ли, что у вас всего you лишь одна душа? The higher self. Вы называете это высшим я. And every time you come into this planet, и каждый раз, когда вы приходите на планету, it's the same higher self. У вас всегда одно и то же высшее я. If you've been here 200, 300 times, и даже если вы были здесь 200 или 300 раз, it is the same higher self each time. Каждый раз это было одно и то же высшее я. Do you know what that means? Вы знаете, что это значит? That if you get in touch with your higher self, то есть ты можешь соприкоснуться со своим высшим я. It knows everything. То оно знает все. How many of you realize who you are here? Сколько из вас осознает, сколько вас здесь? Now I know who you are. Я знаю, кто вы. If you are in this room, если вы в этой комнате, and you are a Kazakhstani. И вы казахстанец. Are you aware you are your own ancestor? Знаете ли вы, что вы являетесь своими собственными предками? Don't make up your mind what gender you think you were either. И я думаю, что вы даже не догадаетесь, какого вы были пола. There are lovely, gentle ladies here. Здесь сидят такие любящие, нежные дамы. Who wear the hat of the elder? Которых была шапка старейшины. I see it in you. Я вижу это в вас. And you know it. И вы знаете. You take turns, you know. Знаете, да, вы делаете это по очереди. One gender to the other. Меняете пол. When it's appropriate. Когда уместно. Вы меняете его. Do you understand what I'm telling you? Понимаете, да, что я говорю? You are your own ancestors. Вы ваши собственные предки. We're part of the system of past lives. И частью системы прошлых жизней. As you staying in one area, делает так, что вы остаетесь в одном месте. So you get used to it the next time around. Чтобы вы привыкли, когда пришли сюда в следующий раз. And you continue in the same energy. И вы продолжаете это двигаться. So you feel в одной и той же энергии. И вы чувствуете себя so здесь безопасно. Вам комфортно. So you can work in the culture. Чтобы вы могли работать в культуре.
and do great things. И делать великие дела. You understand the logic of that? Понимаете, да, логику этого? That's just one attribute of DNA. Это один из атрибутов ДНК. Let me give you another one. Позвольте мне дать другой. Everything you've ever learned is there. Все, чему вы когда-либо научились, находится там. Everything you've ever learned any life is there. Все, чему вы научились в любой жизни, оно там. If you were once a great artist, если вы когда-то были великим художником, the years you spent holding the brush are there. Годы, которые вы потратили на то, чтобы держать кисточку, они тоже там. Today you may not think you can draw. Сегодня, возможно, вы думаете, что вы не умеете рисовать. But there's something interesting. Но очень интересно. If you decided to go in and get that information, если вы решили пойти и получить эту информацию, and bring it forward, и привести ее, it would come quickly. То она and the artist in you would be obvious. И художник в вас был бы очевиден. How many of you appreciate wonderful music and art? Сколько из вас любит и может оценить прекрасную музыку и искусство? It touches your heart. Это затрагивает ваше сердце. But you cannot sing or play or paint. Вы не можете петь или танцевать или играть. But it rings in your DNA, doesn't it? Но это все так созвучно вашему ДНК. Don't you feel it? Неужели вы не чувствуете? You used to be able to do it all. Вы раньше делали это все. And that's why you appreciate it so much. Именно поэтому вы сейчас любите это так. Does art or music bring you to tears? И музыка, и искусство может дотронуть вас до слез. Why? Почему? Почему? Because you were an artist. Потому что вы были человеком искусства, музыкантом. And you know it, and you can feel it inside. Вы знаете это, и вы можете чувствовать это внутри. Вы знаете это. There is an intuitive knowing. У вас интуитивное знание этого. Your life lesson is in your DNA. Жизненный урок ваш также находится в ДНК. The life lesson is why you are here this time. Жизненный урок, почему вы здесь в это время? The life lesson of so many in the chairs at this moment. Жизненный урок очень многих тех, кто сидит в этих креслах. Is for you to cast aside everything you've been told. Заключается в том, чтобы отложить в сторону все, что вам говорили. Reconstruct your spiritual self. И переструктурировать свое духовное я. It's difficult. Это сложно. You go against the culture, don't you? Потому что вам придется идти против культуры. You often have to go against those that you love the most, your elders. Вам, как правило, приходится идти против тех людей, против старейшин. A very, very tight line. Многие из вас идут по очень тонкой грани. With the belief that you have. С этими верованиями, которые есть у вас. And that is your life lesson. И в этом и есть ваш жизненный урок. Most of those sitting in the chairs in front of me. Большинство из вас, кто сидит передо мной в этих креслах, your compassionate self. Должны найти это сострадание. And to see the spark of God in you. И увидеть искорку Бога внутри to себя. Relax. Расслабиться. And be peaceful. И быть в мире. In this life. В этой жизни. To show others God in you. И показать этого Бога внутри вас. To move from place to place. И перемещаться с одного места в другое. In joy. В радости. Not to suffer. Не для того, чтобы страдать. Not to be unhappy. Не для того, чтобы быть в тяжести. But to find a piece that's always been there for you to find. А для того, чтобы найти частичку, которая всегда была там, чтобы вы его нашли. Now why should that be important? Итак, почему это должно быть важным? I will say it again. Я скажу это снова. Because compassion changes the earth. Потому что сострадание меняет землю. You find yourself being compassionate to those you don't know. Вы обнаружите, что вы стали сострадательным по отношению к тем, кого вы не знаете. Oh, there's so much more in DNA. В вашем ДНК столько всего. One of the biggest ones biologically. Одна из самых больших биологических вещей is the blueprint of all of your stem cells. Это программа ваших стволовых клеток. Where do you think that the stem cells of the body get their information? Как вы думаете, откуда стволовые клетки вашего тела получают свою информацию? You think it simply rides in with the chemistry somehow? Вы думаете, это просто вот втекает и вытекает с химией? There's a system. Существует система. 3 billion parts. 3 миллиардная частичная. 90% of DNA.
90% ДНК is information. Это информация. And the stem cells of your body know how to do what they do because of the information. И стволовые клетки вашего тела знают, как делать то, что они делают, благодаря этой информации. Have you ever looked at scripture? Вы когда-нибудь смотрели Писание? Have you ever seen some of the characters that are reported in history? Видели определенные вещи, которые были переданы в истории? Did you see how long they lived? Вы видели, как там было написано, сколько они жили? Could any human being live for several hundred years? Мог ли человек жить несколько сотен лет? You're told, well, that's probably a mistake. Вам сказали, ну, возможно, это ошибка. It's old information, they could get confused, you know. Это старая информация, возможно, они перепутали что-то. I've said this before. Oh, yes, they did. Я сказал что-то, да, они это сделали. And you know how? Знаете как? Because the information in the stem cells was different then than it is now. Тогда информация в стволовых клетках отличалась от той информации, которая в стволовых клетках сейчас. Think about why you age. Подумайте о том, почему вы стареете. Talk to a biologist. Поговорите с биологами. It has to do with reproductions of cells, telomere lengths. Это имеет отношение к репродукции клеток и к размеру теломеров. All manner of things biological. Это все биологические вещи. If you change the information of the cellular structure. Если вы сможете изменить информацию в клеточной структуре. And the telomeres don't shorten anymore with cell division. И теломеры больше не будут укорачиваться делением клеток. You get a human being who stays young for hundreds of years. То у вас будет человек, который будет оставаться молодым сотни лет. A human being is always reproducing all the tissue. Человек всегда делает репродукцию всех клеток. You regenerate. Вы регенерируетесь. That's the design. Вот он таков дизайн. Why should you get old? Почему вам нужно стареть? Why should you have such a short lifetime? Зачем вам иметь такие короткие жизни? That's a design that has been changed since the original. Это был дизайн, который изменился с первого создания. What do you think changed it? Как вы думаете, что изменило это? You did. Вы? With the energy that you give to your body or don't give. Это энергия, которую вы даете своему телу или не даете. If you're going to ignore the quantumness of DNA. Если вы будете игнорировать квантовость ДНК. There's no communication, is there? То там нету общения. How are you going to give information to stay young? Как вы можете передать информацию оставаться молодым? When the body thinks you don't care. Когда тело думает, что вам наплевать? Did you ever think of that? Вы когда-нибудь об этом думали? There's a system set up for communication. Потому что это система, которая установлена для общения. Your quantum consciousness with a quantum field of DNA. Ваше квантовое сознание с квантовым полем ДНК. We said it for 21 years. И мы это повторяли уже 21 год. Talk to your cells. Разговаривайте с вашими клетками. Now you know what we mean. Теперь вы знаете, что мы имели в виду. An example. Например. Dear benevolent quantum cellular structure. Например, дорогая благожелательная квантовая структура. I love you. Я люблю вас. We are here together on the planet. Мы здесь вместе на планете. I now understand that I can change the information in my DNA. Я сейчас понимаю, что я могу изменить информацию в своем ДНК. I choose to stay here in good health. И я делаю выбор оставаться здесь в хорошем здоровье. I choose to rewrite the information in my DNA for that. Я делаю выбор переписать свою информацию. Do what you must do. Делайте это. Here are your instructions. Вот ваши инструкции. Health and balance. Здоровье и баланс. Spiritual core. Духовная сердцевина. Don't age. Не старейте. You do that enough every day. Если вы будете это делать достаточное количество раз каждый день, вы увидите разницу. It's not magic. Это не волшебство. It's the design that is perfect. Это дизайн, который совершенен. It's part of the shift. Это часть перехода. You finding you. Вы находите себя. Oh, but Cryon, you don't understand. I can't do that. I've got a disease in my body, and it's making me age. And I'm going to die soon. Ты не понимаешь, это заболевание у меня в теле, и от этого я старею, я умру скоро. I see. Have you been listening? Я вижу, но неужели вы не слышали? You have a disease in your body.
У вас есть заболевание в теле. Your body still reproduces cells, doesn't it? Но ваше тело все еще продолжает генерировать клетки. Do you realize without instructions a diseased body will reproduce diseased cells? Вы понимаете, что ваше тело без инструкций будет продолжать порождать заболевание? It asks the question, this or something else? Каждый раз, когда клетка делается, она задает вопрос, нужно ли породить вот то же самое или что-то еще. И больная клетка, она порождает больные клетки. That's not what the stem cell says, does it? Но ведь это же не то, что говорят стволовые клетки. Why don't you change it? Так почему же вам не изменить это? Approximately 90 days to 120. Приблизительно 90 дней или 120. Cell division. Происходит деление клеток, омоложение. Body processes, все процессы. All trying to get rid of the disease. Все пытаются избавиться от заболевания. And what do you do? А что делаете вы? Nothing. Ничего. Why don't you give some instructions to your body? Так почему бы вам не передать инструкции вашему телу? Dear benevolent cellular structure. Дорогая благожелательная клеточная структура. Dear Merkaba. Дорогая Меркаба, when you reproduce the cells in my body, когда клетки будут делиться в моем теле, reproduce them back to their pristine level, the way they were designed. Пусть они станут такими, какими они были сконструированными. The disease will slowly go away. Изначально. И заболевание медленно уйдет. Did you know that? Знали ли вы это? It's beautiful. Это прекрасно. That's the design. Вот он дизайн, that keeps you alive a long time. Который делает так, что вы живы очень долгое время. In health. В здоровье. There are predispositions in your DNA for weakness and strength. В вашем ДНК есть предрасположенности на слабости и на выносливость. Based upon who you've been. Относительно, основываясь на то, кем вы были ранее. What you've been through. Через что вы прошли. And what you need to learn. И что вам нужно чему научиться. И я вам скажу, что все это является частью кармы. 21 год назад мы говорили вам, что карма является старой энергетической системой. You don't need it. Она вам более не нужна. Throw it away. Выбросите ее. Talk to your DNA. Разговаривайте с вашим ДНК. The karma I came in with is no longer needed. I move on. Карма, которая пришла, более мне не нужна, я двигаюсь дальше. Did you know that you're the boss of your own DNA? Знаете ли вы, что вы являетесь боссом своего ДНК? And why should that be? А почему так должно быть? And with this I'll close. Мы заканчиваем этим. Because the other part of your DNA, потому что другая часть вашего ДНК, is what we will call the spiritual core. То, что мы назовем духовной сердцевиной. That's the higher self. Это высшее я. It's all in there. Все в нем. If you're connected to the higher self, если вы соединены с высшим я, all the consciousness, every word you speak, все сознание, каждое слово, которое вы произносите, is heard by the DNA, слышимо ДНК, as law, и оно воспринимает это как закон. The DNA listens. ДНК слушает. A system called innate in your body. Эта система, она внутренне устроена. It's an English word. Это английское слово, that describes a consciousness that is apart from yours. Интуитивно, которое объясняет сознание, которое является частью вашей ДНК. Ваше ДНК, оно имеет интеллект. And that innate listens. И вот этот вот интеллект, он слушает. To everything you tell it. Все, что вы ему скажете. If you're connected to the higher self. Если вы соединены с высшим я. That is the system. Вот она система. Oh, there's more. У нас есть еще больше информации. I've only scratched the surface. Я только лишь прошелся по поверхности. What are you going to do with this information today? А что вы будете делать с этой информацией сегодня? May I make a suggestion? Могу я сделать предложение? Why don't you claim it as your truth? Почему бы вам не заявить, что это ваша правда? Well, there's too much to know, Крайон. Ой, Крайон, здесь столько всего нужно знать. No, there isn't. Нет, это не так. DNA is intelligent. ДНК, оно интеллектуально. Before you open your mouth or even think things, до того, it как knows. Вы откроете рот и даже выскажете вещи, оно уже знает. It knows. Оно знает.
Use the fact that it's intelligent. Пользуйтесь факт, что оно умное. And trust it. И доверьтесь ему. When you talk to your body, когда вы будете говорить со своим телом, body knows as you talk to it what to do. Тело знает, когда вы говорите с ним, что делать. If you don't talk to it, если вы не будете с ним говорить, no communication, не будет общения, it'll simply do what it does. Оно будет продолжать делать то, что делает. And you'll have a short life. И у вас будут короткие жизни. Just like all the others. Точно так же, как и у всех остальных. Isn't it time to change this? Неужели не пришло время изменить это? Isn't it time to change this? Неужели не пришло время изменить это? Okay, I know who's here. Я знаю, кто здесь. And some of you came for this today. Некоторые из вас пришли именно для этого. Claim it as your truth. Возьмите это как вашу правду. I'll say it again. Walk out differently than you came. Я скажу это снова. Уйдите отсюда иным, нежели чем вы пришли. Now I'll say something else I've said before. А сейчас я скажу что-то еще, что я говорил ранее. The energy of Kryon. Энергия Крайона. Is not local. Она не местная. It's universal. Она вселенская. It's on the earth. Она на земле. It's not in the United States. Она не из Америки. It's not in Kazakhstan. И не из Казахстана. It's on the earth. Она на земле. That means anytime you want to. Это значит, что каждый раз, когда вы желаете, this messenger will be right with you. Этот посланник будет с вами. You can talk to me. Вы можете поговорить со мной. You can listen, I can talk back. Я могу слушать, я могу отвечать. That is my job. Это моя работа. Communication with human beings. Общение с человеческими That's существами. All I'm here for. Это то, для чего я пришел сюда. I'm not here to be worshipped. Я не пришел сюда для поклонения. I'm not here to have a statue built of me. Я не пришел сюда, чтобы статуи мне строили. I am a brother and a sister to you. Я ваш брат и сестра. Available all the time. В любое время. Why don't you try it? Почему бы вам не попробовать это? I'll be there. Я буду там. So as my partner leaves in Итак, 3 days, когда мой партнер уедет через 3 дня, I don't. Я не уеду. But then again, I didn't arrive with him either. Но также я и не приезжал с ним. Maybe it's hard for you to understand that. Возможно, это сложно для вашего понимания. I am the compassionate love of the Creator. Я и есть сострадательная любовь Творца. I am part of your higher self. Я часть вашего высшего Я. Does that help? Это помогает? Always with you. Всегда с вами. Always will be. Всегда буду. Because I am a piece of God like you are. Потому что я такая же частичка Бога, как и вы. A messenger, no more. Посланник, не больше. One who loves humanity. Который любит человечество. It's a good message, isn't it? Хорошее послание, не правда ли? And so it is. И это действительно так.